Городские службы продолжают бороться со снегом. Сейчас метель утихла. В Чебоксарах чистят дороги 76 единиц спецтехники. А в пик снегопада 26 и 27 декабря был, как говорят специалисты, полный выход. Снегоуборочная техника работает круглые сутки. В 8 вечера пересменка. На дороге выходят ночные рабочие. По графику им предстоит чистить дороги до 8 утра. В диспетчерской отслеживают маршрут каждой машины и координируют. Там тебе на помощь освободиться Чупрунов приедет. У него Марпасадская, Новый город. Потом приедет на тракторостроителей. Поняли, поняли. Этот ротор идет по Новоюжному району. Выбрасывает снег с проезжей части на обочину без пешеходной зоны. Его маршрут – проспект Ивана Яковлева, Ленинского комсомола, Хивешская, проспект Мира, Шумилова, Хузангая, Кукшумская. Пошел снег, мы сразу начинаем обрабатывать его песчано-соляной смесью дороги. Обрабатываем снег. Снег, значит, появился, значит, где-то 5 сантиметров. Начинаем подметать. Подметаем эту всю шульгу с дороги, сметаем. Потом по новой подметаем. Вот. И прижимаем к бордюру. После этого начинаем убирать. Ротором выбрасываем, снегопогрузчиками вывозим. Снегопогрузчик на Московском мосту заполняет очередь из самосвалов, которые вывозят снег на специальные площадки. Днем у нас работало 113 единиц техники. И 111 человек дорожных рабочих работало на уборке города. В ночное время сейчас работает в данный момент 73 единицы техники. Из них 26 КДМок, 3 грейдера, 4 ротора, 3 фронтальных погрузчика, 11 единиц самосвалов. В сильные и затяжные снегопады, как в эти дни, возрастает количество аварий. Если в обычный день их около 25, то в непогоду вдвое больше. Сотрудники ДПС тоже дежурят на дорогах и оперативно передают информацию, например, о фурах, застрявших на подъемах. Данную информацию проверяют экипажи ДПС. Если данная информация подтверждается, мы информируем дежурного нашего, который находится в центре управления нарядом. Он звонит непосредственно диспетчеру Дорекса и уже точечно подъезжает КДМ-ка. И спецразбрасывателем обрабатывает данный участок и оказываем содействие. 1500 тонн песчано-соляной смеси и других противогололедных реагентов было использовано за минувшие сутки. И почти 2000 тонн снега вывезли на снежную свалку. Ирина Волкова, Борис Андреев, Республика.